безопасности – это не просто соревнование, это возможность еще раз встретиться друг с другом. Кто не знаком, познакомиться, подружиться, посостязаться в ловкости, проявить все свои знания и умения, которые вы приобрели и которые пригодятся вам в жизни. Дети же едут для этого в лагерь, для того, чтобы участвовать в разных соревнованиях, конкурсах. Это им интересно, для это им нужно. А пусть победит сильнейший, победит ласточка, значит, ласточка лазурная. Я думаю, никто не будет в этом разочарован, потому что должна дружба быть. В определенных возрастных группах проходят соревнования. Соответственно, лучшие из ребят, которые показывают лучшие результаты, выходят в дальнейшую, себе отбирают сборную команду и участвуют в дальнейшем мероприятии. Наша команда очень сплоченная, каждый друг друга уважает, а мы стараемся помогать друг другу, независимо от пола, возраста, внешности, так сказать. Действуем вместе, работаем вместе, не первый раз участвуем. В прошлом году наш лагерь выиграл это соревнование, в этом году не подкачаем, будем стараться. Хочу пожелать, чтобы они пополнили свои знания школы безопасности и всегда ими пользовались. А победит уже дружба сильнейших, кто-то будет. Я считаю, здесь побежденных не должно быть. Здесь все участвуют в нужном деле.